Chapter, which Мы is подходим the third с вами к третьей главе, это третье обращение, третье послание Михея. We come to one of the most interesting of the chapters in the book. И это одна из наиболее интересных глав книги. It is a chapter that indicts the rulers of Israel. Это та глава, в которой обвиняются правители Израилевы. And those guilty are the political rulers, the priests, and the prophets. К вождям Израиля относятся политические вожди, священники и пророки. Listen to the first four verses. Давайте выслушаем первые четыре стиха. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева. Не вам ли должно знать правду, а вы ненавидите доброе и любите злое, издираете с них кожу их и плоть костей их, едите плоть народа моего, издираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел, и будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет лице свое от них на то время, как они злодействуют». Very gruesome series of pictures, isn't it? Это такая очень мрачная картина, не так ли? We hope that Даже the целая images последовательность are figurative. Образов, и мы надеемся, что вот эти образы все-таки, как бы, это образное описание. What the prophet says in verse 2 is no doubt literal. Во втором стихе нет причины сомневаться в буквальности. In that they hate good and love evil. В том смысле, что они ненавидят доброе и любят злое. But the images of really cannibalism, I think, are figurative. Ну вот мне кажется, что картины каннибализма такого, сдираете кожу и так далее, они все-таки образные. But it is a graphic way to say that the rulers take advantage of their position. Но вместе с тем, это впечатляющий образ, который помогает выразить следующую мысль, что вожди плохо относятся к своему народу. And then they use and abuse the citizens, especially the poor. Они используют и всячески притесняют граждан, особенно нищих, особенно бедных. And the result in verse 4 is that when the political rulers cry out to God, и в четвертом стихе говорится, когда вожди Израиля будут взывать Господу, He will turn a deaf ear to them. То Он не услышит их. Now, many nations have been guilty of oppressing other nations. В принципе, многие народы обвинялись в том, что они притесняют другие народы. The uniqueness of this is that Judah is doing it to fellow Jews. Уникальность вот этого рода притеснения состоит в том, что здесь одни люди в том же самом народе притесняют своих же сограждан. And that makes it all the more ugly. Что, в общем-то, только усугубляет такого рода грех. So what we just saw was a judgment against the political rulers. Итак, сейчас мы с вами прочитали обличение вождей Израиля. Now we move to the religious rulers. А теперь переходим к религиозным вождям. This is what the prophet says about people Смотрите, who have что... religious authority in the nation. Пророк говорит о тех людях, которые наделены религиозной властью в своем народе. Let's listen to verse 5. Пятый стих. «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». So, business. It's business. Well done. Perfect. Абсолютно верно. Очень хорошее определение. That's right. If I am one of these lying prophets, если я один из вот этих лжепророков, and you come and you give me a good meal, и вы приходите и насыщаете меня чем-то вкусным, then I will be happy to prophesy really good things for you. Тогда я готов пророчествовать то, что вам нравится. But if you don't give me food, а если вы меня не кормите, к примеру, what does he say? Что здесь говорится? Джихад, holy war. Против вас я объявляю джихад, священную войну. The prophets here are shaping their message to suit personal interests. Итак, пророки здесь как бы подгоняют свое пророчество, чтобы оно служило интересам и выражало какие-то желания слушателей. They are ministering for personal gain.
Другими словами, они пророчествуют для того, чтобы извлечь из этой своей деятельности личную выгоду. Now, I don't know if that is a big problem in Russia. Не знаю, существует ли такая проблема в России и масштабна ли она. It is certainly a very big problem in America. В Америке в некоторых регионах у нас эта проблема весьма актуальна. But I would suggest that whether we're talking about serving for financial interests. Но неважно, служим. Or maybe to be just well thought of by the people we're serving. Неважно, из каких соображений мы служим, ради какой-то финансовой выгоды или ради повышения собственной репутации. It is a temptation to minister for personal gain. Всегда существует искушение служить ради личной выгоды. And to be what Paul calls ear ticklers. И стать well, I don't know the that term. Я, к сожалению, не помню, как их называет Павел, но это те люди, которые ласкают слух, которые говорят то, что ласкает слух слушателей, то, что народ хочет услышать. Есть какой-то такой термин, которым Павел их называет. Ну, может быть. Okay. Do you see this problem in Russia? Вот как вы думаете, в России такая проблема существует? The temptation to tell people nice things if they're nice to you. If you're a Christian or if you're not. If you're a Christian. Даже среди христиан говорить людям то, что им приятно слышать. Может быть, она существует, но она не ярко выражена. Maybe the problem exists, but it's not relevant, really. Okay. Может, где-то внутри человека такое. It's not a big problem. Okay. What God will do in response to the prophet's lying ways. Итак, как поступит Господь с такими лжепророками? Is seen in verses 6 through 8. Об этом мы читаем в стихах с 6 по 8. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний, вместо видения, наверное, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними, и устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. So, for these prophets who are in it for the money. Итак, вот эти лжепророки, которые пророчествуют ради личной выгоды, финансовой выгоды, например. God is going to take away from them any vision for the future. Вот эти пророки будут лишены видения от Бога. They won't have any message from God. Другими словами, у них не будет никакого послания от Бога. But then Micah speaks for himself in verse 8. А в 8 стихе Михей говорит о себе. Just listen to the force of his words. Вот слушайтесь в его слова, сколько силы они содержат. He's got justice and courage, and he speaks the truth. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости. Now that takes courage. Для того, чтобы это сказать, надо быть мужественным человеком. Here is a man filled with the Spirit of God. Вот он человек, который исполнен Духа Божьего. And even though his message will not be well received, и даже несмотря на то, что его послания будут отвергать, he's going to speak the truth. Он будет говорить истину. The true prophet is known by whether he speaks the truth, even if it's unpopular. Истинный пророк будет возвещать истину, даже если эта истина будет непопулярна среди народа. So Micah is a true prophet. Итак, Михей истинный пророк. В этом нет сомнения. And then he has things to say about the rulers again in verses 9 through 12. И дальше с 9 по 12 стихи он снова будет обличать вождей Израиля. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью, Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. Okay, this is the end of his third sermon. А на этом заканчивается его третье послание. It's important to always end your sermons powerfully. Всегда очень важно заканчивать проповедь какими-то сильными, впечатляющими выражениями. And he ends this one with a punch. И можно сказать, что именно так заканчивает свое послание пророк Михей. В его словах содержится сила. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия
и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Я хочу обратить ваше внимание особенно на одну строчку. In verse 11, he says, в 11 стихе он говорит, the priests instruct for a price. Священники учат за плату. Now, evaluate that statement. Вот попробуйте оценить в полной мере смысл этого стиха и вот этой части стиха. Do you see a problem with that? Проблема есть в этом какая-то? Мне кажется, есть. Это вот как поговорка. Кто как бы заказывает, кто платит, тот и заказывает музыку. How are you saying in Russian? The one who pays orders music. The one who pays orders music. Yeah, if you may order any kind of music if you pay for it. Oh, okay, okay. And I like that saying. Мне нравится эта поговорка. But why would a priest charge to be able to instruct from the law? А с какой стати священники будут брать плату для того, чтобы наставлять народ в законе? What's wrong with that? Это вообще правильно или неправильно? Ну вообще им же было выделено какое-то там содержание всем этим левитам и все. Наверное, они берут что-то сверх того. Well, they were supposed to be supported by the people, but And they probably charged extra, and that might be the problem. And what? Yes. And the next verse that the prophets prophesy for money. That's the. Yes. That's even worse. Well, except that the priests were supported by the tithe. Exactly what you were saying. Да, Наташа абсолютно права. Пророкам выделялась определенная доля десятины на их содержание. And the tithe came. Священникам, прошу прощения. The tithe came to them specifically so that they would teach the people. А почему им выделялось это содержание? Чтобы они ни в чем не нуждались и могли совершать свое служение, а именно наставлять народ в законе. And now they're saying, give me more money. А теперь они говорят, ну нам этого недостаточно, дайте нам еще денег. So, the political rulers are bribed. Итак, существует взяточничество среди вождей Израиля. The priests are charging money that they shouldn't be charging. А дальше священники берут плату, которую не должны брать, ибо у них и так есть поддержка. The prophets will prophesy if you give them some cash. Мало того, и пророки еще и предвещают за деньги. And then they say, а дальше говорят, the Lord is in our midst, didn't he? Не среди ли нас Господь? And the answer is no. А ответ нет. They think he is, but he's not. Думаете, что посреди, но на самом деле не среди вас, Господь. And then the final verse, и последний стих, on account of their unrighteousness, из-за их неправедности, Zion will be devastated. Сион распахан будет, как поле, разорен и опустошен. And of course, Zion is another word, another name for Jerusalem. И, конечно, мы знаем, что под Сионом подразумевается Иерусалим, а здесь они как бы синонимы. All right, any questions or вопросы comments you'd like to make at the end of the third sermon? Вот по этому третьему посланию есть какие-то? Ну, а можно вот его спросить, как он считает? Не по третьей главе, но вообще, почему Господь избирает такой путь? Берет пророка, да, обращается через пророка. Почему как-то это целесообразно? То есть мы как бы видим, что народ часто вообще не кается, на слова пророка никакого внимания не обращает. То есть что более действенных каких-то нет путей. Why does God choose a prophet to prophesy about such a situation? And people usually, when we see throughout those chapters that we read, not in this prophet, but in other prophets, that a lot of times people do not repent as a result of the prophetic ministry of some person. A lot of times they do not turn to the Lord. A lot of times they do not even listen to Him. Is there any more effective way of somehow turning people's attention to their sin than sending a prophet? I mean, God has been sending prophet after prophet, and the reaction to prophets is oftentimes the same. You know, they're not listened to, people do not repent, and it repeats all over again. Yeah. Yeah, that's one of the sadnesses of human history. К сожалению, это один из таких печальных фактов человеческой истории. I will say that sending prophets is a tremendous gift of God's grace. Я бы сказала, что то обстоятельство, что Бог посылает пророка возвещать истину, это свидетельство
благодати и милости Божией. And Jesus even talked about that in Matthew 23. А в 23 главе Евангелия от Матфея Иисус об этом говорит. When he mentioned all the prophets Когда that had come, who had been rejected. Пророков, которых отвергали в народе. And then we do have some prophets who are listened to. А вместе с тем некоторых пророков слушали. Like Jonah. Например, Иону. That's funny. One of the only examples we can think of is the heathen Ninevites who responded to God's prophet. Это фактически единственный пример того, как языческий народ, ниневитяне, отреагировали всецело на слова пророка. But I'm glad you brought this up. А, но мне очень нравится, что вы вообще задаетесь этим вопросом. Because God has done so much. He's given His word and prophets. Потому что Бог уже так много сделал. Он дал нам свое слово. Он дал пророков. And still, the heart of man is rebellious. И вместе с тем сердце человека остается твердым и противится Богу. I join you. I'm very sad about that. И в этом смысле я с вами согласен, это очень печально. Ну вот даже если смотреть не на малых пророков, допустим, пророка Иеремия, то вот он тоже пророчествовал покаяние, чтобы народ покаялся, да, и народ так не покаялся. Но если смотреть, то какие-то отдельные люди, они были преданы Богу, там и Евнух, там Варух, ну то есть какие-то вот, ну, люди, отдельные личности, все равно они как бы, ну, обращались к Богу. А в целом нация, она вот так и оставалась. Well, not even in minor prophets, but even in big prophets, in major prophets, like Jeremiah. Yes. A lot of people didn't listen to him and did not repent, but yeah, there were some people who were really dedicated to the Lord. Yes. You know, they were committed to the Lord. Yes. Like the eunuch. Yes. There's always that righteous remnant. Да, всегда есть вот этот праведный остаток, о котором говорится. But the greater percentage of the population doesn't listen. Ну, а вместе с тем, самая большая часть населения все-таки не слушает. Jeremiah is a great example of people not listening. И в этом смысле Иеремия прекрасный пример того пророка, которого не воспринял народ. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.